Привет. Нет, получится. Игрок команды с гавкой СТ Федоров Илья. Капитан команды. Илья, скажите, открываете новый сезон, как ощущения? Ну, первая игра всегда дается тяжело. Неизвестно, какие будут соперники, в каком составе приедут. Поэтому настраивались очень серьезно на первую же игру. Вот, хотели показать свой максимальный уровень. Ага. Задачи у нас на сезон взять все-таки титул еще раз. Вот, ну и будем к сопернику готовиться максимально собрано. Сегодня лучше. Концентрации. Спасибо. В команде появились новые ребята. Как удалось уже почувствовать друг друга? Новые ребята как бы играют тоже в разных командах. Все только вот собрались. Поэтому только налаживаем связи и будем играть, ну, свою искать игру уже по ходу чемпионата. Как оцените базу, стадион, Грузию? Ну, все отлично, все условия для проведения тура. Все прекрасно. Спасибо.